1 сентября 2023 года вступил в силу запрет на использование летом шипованных шин и шин без протекции зимой. Использовать автомобиль нельзя, если на транспортном средстве установлены шины, размерность, категория, скорость и несущая способность которых не предусмотрены изготовителем транспортного средства в эксплуатационных документациях. Штраф последует, если на машине установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период. Также водителя оштрафуют, если на транспортном средстре категории М1 и Н1 не установлены зимние шины в зимний период, а также если зимние шины, шины с шипами установлены не на все четыре колеса. Статья 12.5 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации установлена административная ответственность за управление транспортным средством при наличии неисправностей, при условии, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Санкции статьи предусмотрен штраф в размере 500 рублей.